Блещет не только вода, но и энергия. Поплавать в большом новом бассейне пришли жители со всей Ишаевки. Здесь и взрослые, и дети. Этот бассейн построен для того, чтобы не только для нас, вот бабушек, да, для наших детей. Дети – это наше золото, это дорогая, драгоценная наша молодежь. И для них это все построено, для детей, для внуков, для правнуков. И мы хотим, чтобы они были здоровые, счастливые и богатые. Бассейн – часть физкультурно-оздоровительного комплекса, открытие которого ждали долго и с нетерпением. Только после выделения дополнительного финансирования из бюджета региона запуск состоялся. Свершилось чудо, что у нас, для нашего народа, для нашего поселка, наконец-то открывается долгожданный бассейн. Сколько радости для всех людей, сколько бодрости принесет, здоровья сколько. Людям поправить. Да, это, это все с этой точки зрения самое лучшее, наверное. Мы рады приветствовать абсолютно всех жителей Ульяновского района. Для вас у нас подготовлено 5 замечательных дорожек. Максимальная пропускная способность 40 человек одновременно. Кому по душе плескаться в бассейне, а кому тягать штангу. Держать себя в форме и качать мышцы в тренажерном зале с современным оборудованием. Одновременно в нем могут заниматься 16 человек. В будущем здесь появится новое мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Анна Чайникова, репортер 73.